Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня принимает участие в международной выставке «Иннопром Центральной Азии». Выставка проходит в Узбекистане. Как сообщил губернатор, наши компании представляют свои наиболее сильные отрасли – машиностроение, химия, медицина. Сегодня мы договорились с губернатором Нижегородской области о многих отраслях. Это машиностроение, это горнодобывающие, это химические отрасли, это и электротехнические отрасли. Также я в аграрном отрасли тоже договорились. Есть у нас вместе проработать очень много с крупными предприятиями в части локализации продуктов, которые импортируются сегодня в Новоинскую область, оборудование и материалы. Узбекистан является, наверное, одним из самых важных партнеров для Нижегородской области на будущее. То есть у нас сейчас чуть более 100 миллионов долларов был оборот по итогам 2021 года. Но мы видим огромный потенциал с учетом величины рынка. Это огромная страна, очень большой потенциал спроса на нашу продукцию. Вообще в основном товарооборот состоит как раз таки из экспорта нижегородской продукции в Узбекистан. Сейчас с учетом санкционного давления и изменившихся обстоятельств, я думаю, что и импорт отсюда мы тоже будем осуществлять. Это уже пятое соглашение. Мы в прошлом году подписали с четырьмя областями. Это пятая область Узбекистана, с которой мы будем вот таким целевым образом сотрудничать.